Щодене завтра на Радіо НВ. Радіо НВ, дізнайся нове. З вами в студії дізнаються нове Євген Алефіренко, я Євген Пілецький. І справа в тому, що ми в досить специфічний день записуємо цю програму. Одразу кажу так, це запис. Власне, і ця тема нас змусила поговорити і про майбутнє, звичайно, про те, що робиться на передньому краї, на передньому фронті боротьби з цими проблемами, і про що, власне, ми говоримо. Ми вже говорили декілька разів і про майбутнє, і психотерапії, і психології, і те, яким чином справлятися з проблемами, пов'язаними там із тривогою, із депресією, і таке інше. І ми всі розуміємо, що у більшості випадків доросла людина, яка так дійсно страждає на ці розлади, за допомогою або там препаратів, або психотерапії, або ще чогось, вона може справитися. Але є цілий клас, ціла низка людей, що страждають від власного мозку через різні, абсолютно різні причини, і ми про це поговоримо. Це можуть бути як проблеми власне розвитку, це можуть бути проблеми там механічного пошкодження мозку, там удари, або, наприклад, це може бути там внутрішні кровотечі, це може бути хімічне ураження мозку, це можуть бути захворювання типу, наприклад, там енцефаліту або ще щось таке. Тобто, коротше кажучи, наш мозок як процесор, як хард, не софт, з яким ми, як правило, працюємо на психотерапії, як хард, він теж може постраждати. Фактично, якщо ви втопите свій мобільний телефон, він перестане працювати не тому, що в нього комп'ютерні віруси завелися, так? А тому, що постраждає його процесор. І, власне, наш процесор також може постраждати. І, в отличие від телефона, його не можна обложити сухим рисом, а ставити на пару днів, щоб впитав всю влагу. Тобто, в цілому можна, але це не подействує. Так от, якщо 2000 років назад в результате всех этих повреждений, которые только что мой коллега в эфире описал, ничего нельзя было сделать, то есть вы могли просто сказать, ну окей, проехали, и отправить хард вашего мозга на длительное хранение. То сейчас, как я понимаю, с этим можно уже что-то сделать и предпринять меры для того, чтобы его реабилитировать. Власне, сьогодні ми будемо говорити на цю непросту тему, і тут у нас фактично буде таких аж декілька тем щодо нашого мозку. Будемо говорити ми сьогодні з Ольгою Орел, вона у нас віртуально в студії, вона кандидат психологічних наук, нейропсихолог і керівниця центру Нейрофлекс. Оля, привіт! Привіт, Женя. Ось, і, власне, хотілося б так в цілому поговорити, які на сьогоднішній день дійсно є ось проблеми, як можна окреслити ці, скажімо так, проблеми і нейророзвитку, і пошкоджень, і таке інше, щоб люди принаймні зрозуміли, про що ми будемо сьогодні говорити, що відбувається. Тобто, як можна описати ці проблеми і з чим люди стикаються? Ну, якщо говорити о проблемах розвитку, то чаще всего это проблемы, которые появляются у маленьких детей, да, проблемы развития говорят о том, что это что-то, что проявляется в детстве и чаще всего сопровождает человека в течение всей жизни. Это, конечно же, аутизм. Сегодня день распространения информации об аутизме. Это гиперактивность, дефицит внимания, это интеллектуальные дефициты, это расстройство речи, это расстройство обучения и так далее. Какие-то из них значительно влияют на всю жизнь человека, например, аутизм. Другие влияют на какие-то специфические способности. Ну, например, расстройство обучения. Если человеку не нужно читать или писать, то в принципе, он полностью адаптивен, у него нормальный интеллект. Это те расстройства, которые чаще всего имеют генетические предпосылки. Ну и явно есть еще какие-то факторы, которые влияют на это. Например, внутриутробное развитие, влияние каких-то токсичных веществ и так далее. Вторая часть проблем, о которых мы поговорим, это приобретенные проблемы. То есть человек развивался нормально, функционировал полностью нормально, но в какой-то момент что-то произошло. Это может быть инсульт, черепно-мозговые травмы, инфекционные заболевания и так далее, там, вплоть до деменции в старческом возрасте. И в таком случае, конечно, мы говорим о реабилитации, то есть у человека все было нормально, он функционировал нормально, и нам нужно вернуть
уровень его способности, его функционирования до какого-то приемлемого уровня. Угу. Зрозуміло. Ну і, власне, тоді я пропоную якраз ось ці дві такі частини їх якраз і проговорити, тому що для багатьох з тих, хто нас слухає, частина цих проблем не буде такою зрозумілою, а для багатьох це насправді біль, з яким вони живуть. І чому, власне, ми вирішили про це поговорити? Тому що для багатьох людей ось ці проблеми фактично є вироком. Вони є вироком, і люди, ну що, це вже сталося, так, людина, багато хто взагалі може сказати, що це вже фактично і не люди, а якісь овочі, тобто там уже немає того, що в рамках якоїсь такої побутової моралі можна назвати людиною, так, ну і все, що робити, тобто треба якось з цим тягнути, але насправді я так розумію, що на сьогоднішній день і медична наука, і реабілітологія, вони вже якимось чином потрохи починають справлятися з цими проблемами. Я правильно думаю чи ні? Да, конечно, на самом деле, действительно, часть людей, особенно в Украине, еще думает, что если это случилось, то все, это конец там, и для самого человека, и для семьи. Но это не совсем так. Если мы говорим о детях, то если рано подхватить, рано заняться реабилитацией, если там нет каких-то еще серьезных генетических нарушений, то очень часто можно вытянуть ребенка до абсолютно адаптивного уровня. То есть человек будет учиться, работать, заводить отношения. Ну, здесь опять же я бы разделяла, если мы говорим о дислексии или о гиперактивности, дефиците внимания, то явно у каждого человека есть такие знакомые, и часто они абсолютно нормально функционируют, работают, они умные. Если мы говорим об аутизме, то это, конечно, более тяжелое нарушение, но тем не менее есть люди, которые могут быть хорошо адаптированы к жизни. Про органические нарушения у взрослых людей, да, действительно, у нас есть мнение, что ничего сделать нельзя, максимум там заняться физической реабилитацией, чтобы человек начал ходить. Но никто не задумывается о том, что когда он начнет ходить, то станет тяжелее, если его умственное функционирование не восстановится. Вот. И я бы как психолог, конечно, как нейропсихолог, хотела тоже сконцентрировать внимание на том, что возможно не только физическая реабилитация, но и восстановление когнитивных, то есть умственных функций, и речи, и внимания, и памяти, и мышления. И на самом деле сейчас в мире в последние десятилетия эта тема очень сильно развивается, и у нас есть инструменты для того, чтобы восстанавливать человека. Извините, прежде чем говорить о восстановлении, меня просто задела эта первая часть, с которой вы начали. И о том, что, в частности, нужно успеть с оценкой состояния ребенка, мне представлялось, что это не так-то просто, потому что, ну, через какие-то этапы он проходит по мере взросления, да, и то есть к какому моменту мы можем оценить вообще он, я не знаю, можно ли сказать нормальный, нормально ли он развивается, или нужно начинать корректировать, адаптировать его, то есть должна быть какая-то программа, которая, начиная с 2 или 3 лет, пытается оценить развитие ребенка? Ну, на самом деле, нормы развития есть и гораздо раньше, с первых дней жизни, и можно оценить. Есть тесты, которые оценивают развитие ребенка с 16 дней от роду. Угу. И да, и на самом деле очень важно следить, чтобы ребенок развивался в рамках этой нормы. Понятное дело, что это такой себе люфт, то есть не все дети в один и тот же день там начинают держать голову, например. Но развитие должно идти в рамках нормы. Но я имею в виду, что там у всех есть куча знакомых, которые там, не знаю, начали говорить в 8 лет. И потом вроде как стали нормальными, ну, блин, нормальными. Стали людьми, которые не относятся там, которые мы не воспринимаем как людей с особенностями в развитии. Ну, если они начали действительно говорить в 8 лет, значит, нарушение были, либо нарушение речи, расстройство речи. Либо тот же аутизм, просто каким-то образом человек адаптировался.
И здесь тоже большой вопрос, действительно ли он полностью адаптирован и ничто ему не мешает. Если говорить о том, когда можно оценивать расстройство развития, аутизм, в принципе, виден и в первый год жизни. Тесты, стандартизированные тесты именно на аутизм, это не анализ крови, это тест, который проводится, опять же, психологом или психиатром, можно проводить с 1 года. И поверьте мне, очень сильно видно все, уже все симптомы, они есть. Просто родителям самим сложно еще заметить, что что-то не так в ребенке. Ага, ось це таке цікаве питання. До речі, ось цей ранній моніторинг, він на сьогоднішній день не буває статусу якогось обов'язково чи ще щось, тому що, ну, наприклад, там молоді батьки, які не знають, як повинна себе поводити дитина, наприклад, уже там на 12-му місяці, так, що вона повинна робити. Ось, ну там так. Якісь там сусідські діти, вони вже там, я не знаю, і там і повзають нормально, і намагаються ходити, і ще щось, і якісь там звуки, а наш, ну, лежить собі і дивиться в одну точку. То я так розумію, що вони просто можуть не зрозуміти, чи є якісь взагалі такі якісь базові ознаки, коли там батькам треба все-таки звернути увагу на те, що з дитиною щось не так. Да, конечно. Если говорить о мониторинге, то по-хорошему это должны делать педиатры или семейные врачи. И по протоколам у них есть такие базовые скрининги, это коротенькие тесты, которые родители должны были бы заполнять, и если есть какие-то моменты, то дальше бы их направляли там, на дальнейшие исследования. Но по факту это пока, ну, не особо делается. Если говорить о признаках, сразу нужно отметить, что аутизм — это широкий спектр, то есть нет, по сути, двух одинаковых людей с аутизмом. И по наличию или отсутствию какого-то из симптомов нельзя говорить, что есть аутизм или нет аутизма. Но какие-то такие тревожные сигналы я могу сейчас озвучить. Ну, во-первых, это пресловутый взгляд в глаза. Ребенок либо долго не смотрит в глаза, если мы говорим о маленьких детях, либо его выражение глаз, оно не изменяется так тонко, как у других людей. То есть оно какое-то обычно достаточно одинаковое, то есть не выражает его там, состояний Ага, таке эмоциональных. застиглий погляд такий, так? Да. Вот. Дети постарше иногда наоборот, когда обращают внимание родители там, часто или уже в коррекции, они могут наоборот слишком долго смотреть в глаза на самом-то деле. Нет такого вот тонкого чувствования того, когда нужно там, отвести взгляд. Это могут быть какие-то повторяющиеся стереотипные движения. То есть кто-то головой трясет, кто-то руками, кто-то приседает. И это часто возникает, когда ребенок возбужден. То есть либо он сильно радуется, либо наоборот, там что-то его расстроило. Ну, то есть знаки вполне заметные. Нам сейчас нужно уйти на новости, а после этого мы вернемся со второй частью нашей программы в эфире «Щоденне завтра» на Радіо НВ. «Щоденне завтра» на Радіо НВ, в эфире Евгений Пелецкий, Евгений Алеференко. В гостях у нас Ольга Орел, кандидат психологических наук, нейропсихолог, руководитель центра «Нейрофлекс». Говорили мы о реабилитации мозга после поражения, но также и о врожденных отклонениях или особенностях развития. У меня всегда были проблемы с терминологией, особенно вот сейчас, когда
когда идет переосмысление таких вещей. И остановились в том числе на признаках, которые вот есть, их можно заметить, и вот эти тесты на них есть, или, по крайней мере, должны быть у врачей, у семейного врача, у педиатра. А мы остановились на аутизме, но в целом у родителей должно быть представление о том, какие тесты им нужно требовать. Или педиатры, или семейные врачи, к которым они приходят просто для плановых осмотров, и так это все знают, отбарабанят программу, то есть им не о чем особенно дополнительно беспокоиться. Ну, нет, наша реальность такая, что пока этого не делают педиатры и семейные врачи. Я так говорила о том, как должно было бы быть. По-хорошему, родитель может пройти даже там в интернете самые базовые скрининги, если у него есть какие-то подозрения. Это, например, М-чат. Ну, есть, если вы загуглите скрининг на аутизм, то Google вам выдаст все эти скрининги, которые есть в бесплатном доступе. Но результат скрининга — это еще совсем не диагноз. Если скрининг подтвердился, то очень желательно прийти дальше там, к клиническому психологу, к нейропсихологу, к психиатру, у которого есть уже специальные тесты для диагностики, ну и компетенции дальше все-таки их провести, проинтерпретировать и дать рекомендации. Золотой стандарт, который используется во всем мире, это тесты ADAS, ADAS-2, тест ADIR, ну и дальше может быть там диагностика интеллекта, диагностика навыков ребенка, чтобы тоже понять, какую программу строить. Если мы говорим про тест ADAS-2, то это тест, в котором ребенку даются так называемые стимулы прессы, то есть создаются ситуации в игре, во взаимодействии с ребенком, когда могут проявиться симптомы аутизма, либо типичные реакции. Ну, например, ребенку дается очень классная игрушка, новая, которую он не видел, и мы смотрим. Он эту игрушку обернется, покажет маме и будет радостно с ней играть, но потом переключится на какую-то другую. Либо он застрянет на этой игрушке, не обратит внимания на маму и какие-то эмоциональные свои реакции будет посылать только игрушке, а не маме, не психологу. То есть, и таких ситуаций много, и, в общем, поэтому мы так качественно и количественно определяем, насколько есть или нету проявления аутизма. Дальше проводится детальное интервью с родителем. После этого мы можем, ну, в частности, мы ставим такой психологический диагноз, потому что в Украине, к сожалению, психологи не могут ставить официальный диагноз. Мы ставим психологический диагноз, даем дальше рекомендации по коррекции, ну и можем порекомендовать за официальным диагнозом пойти еще к психиатру. Вот. Вы говорили о том, что раннее тестирование дает больше шансов при адаптации. О чем мы говорим? О том, что если опоздать на год, то, ну, как бы будет большой регресс, или о том, что, ну, там, 4% туда, 3% в лучшую сторону. То есть насколько это все критично? Насколько критично выдерживать все эти даты и просто шпарить по этому списку в точности, как нужно? Здесь такой ответ и да, и нет. То есть чем раньше, тем лучше. Если родители придут в год, то результаты будут очень хорошие. И, возможно, если они там в 4 года проведут повторную диагностику, то аутизм и не подтвердится. То есть исследования о раннем вмешательстве показывают, что дети могут быть достаточно адаптированы, чтобы не проявлять симптомы аутизма. Но это если родители занимаются в первые годы. Если ребенка приводят, например, там, в 5-6 лет, то его мозг уже достаточно сформирован. Там уже сформировалось множество связей и таких привычных схем поведения, схем решения проблем. Тогда, конечно, сложнее убрать там нежелательное поведение и сложнее развить навыки. Но тем не менее, даже в таком возрасте, даже если в подростковом возрасте
ребенка приведут все-таки на диагностику, на коррекцию, то все равно результаты будут. То есть можно его все равно адаптировать больше, чем без коррекции. То есть мораль, что чем раньше, тем выше шансы, в принципе, на полную адаптацию и такое заметное снижение симптоматики аутизма. Но даже если привести ребенка в подростковом возрасте, то все равно можно что-то сделать. Угу. У мене одразу таке питання, тобто не будемо відкладати на потім, поки що ми на цій темі, тому що там будемо переходити потім на інше. Які існують на сьогоднішній день перспективні дослідження, перспективне лікування, якщо тут можна взагалі використовувати термін лікування щодо аутизму, які існують, я не знаю, ну, сучасні погляди на те, що з цим робити, і таке інше, можливо, якісь існують там плани, розробки на найближче майбутнє, або не, навіть не на найближче майбутнє, щодо лікування або реабілітації аутизму? То, що роблять зараз, то, що доказательно, это коррекция, то есть это при помощи, опять же, нейропластичности, возможности мозга изменяться под воздействием среды. Мы работаем с ребенком, мы меняем его поведение и развиваем его навыки. То есть вместо того, чтобы, например, когда ребенку что-то хочется, ему не дают, он кусал себя, мы даем ему возможность попросить, то есть мы его учим, как попросить то, чего он хочет, там, словами, жестами, картинками, но он может выражать свои потребности. Опять же, ребенок начинает разговаривать при помощи коррекции. Вот, то есть это ABA-терапия, поведенческая терапия, это денверская модель раннего вмешательства, это TICH-терапия, это все коррекционные методы, то есть это не лекарство. К сожалению, лекарства от аутизма пока нет, и ну, не факт, что будет. Если говорить о перспективных методах, то, ну, учитывая, что у аутизма все-таки есть генетический фактор, это основной фактор аутизма, то, скорее всего, когда технология CRISP уже будет развита, то, возможно, при помощи этой технологии можно будет убирать, в принципе, аутизм. Я не знаю. Тобто, фактично, ну, принаймні, шанси на те, що, ну, якщо навіть не прибрати, так, або, наприклад, там, пригальмувати, або змінити якісь там фактори, можливо, там, застосування якихось епігенетичних факторів і таке інше, тобто, в цілому це можливо, оскільки є, тобто, я так розумію, що на сьогоднішній день вже докази того, що існують, принаймні, якісь генетичні фактори, які можуть призвести, то вони існують, правильно я розумію? Да, найден уже целый ряд генов, которые влияют на развитие аутизма. Но, опять же, это множество генов. То есть вот чаще всего у ребенка родители без аутизма, а у него есть аутизм, потому что ну, вот, совпадает набор мамы и набор папы. Мы начали с аутизма, ну и понятно почему. А насколько много других похожих состояний, которые также требуют тестирования у детей? Это самое главное, что было, или там есть еще список из... Нет, на самом деле около 10% населения имеет какие-то расстройства развития. Просто, да, просто многие из них адаптируются, и это могут быть какие-то очень легкие расстройства, которые, ну, в итоге не мешают или не особо мешают. Вот. Адаптируется, это значит, что человек просто приспособился жить, или что если бы вовремя обратились, то он был бы там на, ну, я условно сейчас говорю, на там 40% эффективнее как работник, ученик, там в жизни просто был бы, ну, как-то более комфортен в социуме, достиг бы больших успехов. Но я не знаю, как сформулировать. То есть мы о какой адаптации говорим? В принципе, и то, и другое правомерно. То есть, да, человек адаптировался, он может нормально жить, несмотря на какие-то сложности. Но чаще всего действительно его эффективность все равно снижается из-за того, что есть какие-то особенности. Например, если мы говорим про гиперактивность и дефицит внимания, часто у этих людей нормальный интеллект, ну,
вернее, нормально, может быть очень высоким даже, но из-за того, что человек не может себя организовать, не может удерживать долго внимание на какой-то задаче, там легко отвлекается, то понятное дело, что он не будет таким эффективным, как если бы он не испытывал этих проблем. А мы к чему движемся? К тому, что будет тестирование распространяться все шире, все раньше начинаться, или к тому, что, не знаю, общество само начнет себя адаптировать, к тому, что в нем живут абсолютно органично люди с некоторыми, так сказать, отклонениями от того, что мы раньше считали нормой, и поэтому нужно тоже как-то, ну, приспособиться к этому. То есть какая модель здесь лучше? Ну, здесь важно и то, и другое, потому что, конечно, у нас... Нам нужна инклюзия, и действительно у всех людей есть какие-то свои особенности, там, психические, психологические, неврологические, неважно. И ну, не может быть, как в Советском Союзе, какого-то одного стандарта для всех, до которого там допрыгивали единицы, а все остальные были какие-то там тунеядцы и так далее. Вот. То есть, конечно, нужно приспосабливать и обучение, и работы, и, в принципе, самому обществу понимать, что у каждого есть какие-то свои особенности, это не значит, что он хуже. Но, с другой стороны, все-таки не просто так это называется расстройствами, потому что каждое расстройство мешает человеку в полной мере адаптироваться к жизни или быть эффективным. То есть сами люди от этого чаще всего страдают. Поэтому здесь, с одной стороны, должно быть, конечно, должна быть осведомленность общества, что есть вот такие нарушения и что стоит их выявлять, но что, с другой стороны, это не смертельно, это не конец всему, если там вашего ребенка обнаружат какое-то из расстройств, потому что с одной стороны, его можно адаптировать. Опять же, мозг очень пластичен, особенно в детстве, поэтому можно развивать и нейропсихологические функции, и навыки, и все-таки больше адаптировать человека. Я думаю, до речі, тут буде питання, тут у нас буквально хвилина ще, тому коротке таке відповіді, напевно, попрошу. Для багатьох наших батьків виявляється проблемним зрозуміти, що їхня дитина не просто погана, так? Не просто він якийсь там хуліган або ще щось, а у дитини насправді гіперактивність і дефіцит уваги, так? І він не може фактично безпосередньо це робити. То чи необхідно нам звертатися за допомогою тоді, коли це батькам заважає, чи тоді, коли дитина сама страждає і там постійно каже: «Вибачте, будь ласка, я не хотів, я не міг», і ще щось таке. Буквально там декілька фраз. Тут чаще всього, якщо ми говоримо про гіперактивність і дефіцит уваги, то це часто мішає в школі, в дружбі, и в семье. То есть, когда ребенок сам постоянно находится в огромном стрессе в школе, например, из-за того, что его все клюют вокруг, и у него не получается там концентрироваться на математике, то, наверное, стоит обратиться. Вот. Ну и, конечно, чаще всего родители тоже на самом деле страдают, особенно если это гиперактивный тип, и ребенок, ну, извините, стоит на ушах целый день и еще и имеет сложности с засыпанием. На новости нам, к сожалению, пора. Напомню, что в гостях у нас Ольга Орел, кандидат психологических наук, нейропсихолог, руководитель центра Нейрофлекс. После этого вернемся и продолжим. Очень интересно. Еще день и завтра на радио НВ в эфире Евгений Пелецкий и Евгений Алефиренко. С нами в студии, но удаленно в то же время Ольга Орел, кандидат психологических наук, нейропсихолог, руководитель центра Нейрофлекс. Я попросился начать эту часть, чтобы задать вопрос, который несколько связан с модой такой, что ли, небольшой, которая в обществе есть. С тем, что, ну, знаете, как это говорят, там, хипстеры, каждый из них должен страдать или, по крайней мере, делать вид, что страдает от чего-нибудь там, типа, биполярного расстройства или там ADHD или чего-нибудь такого. В основном, довольно часто, не знаю, практически всегда это просто мода и там кокетничание. Однако же, может ли вот человек сам по себе внутри себя, да, в своем сознании обнаружить нечто похожее на симптомы вот такого расстройства, да, и эффективно, что ли, прийти к выводу, что их нужно бы адаптировать, исправить, как-то реабилитировать?
Да, ко мне часто обращаются взрослые, и это самообращение, то есть никто их не приводит. Чаще всего обращаются с подозрением на гиперактивность, дефицит внимания или на дислексию, если мы говорим о расстройствах развития. Если брать аутизм, то чаще всего либо уже кто-то приводит из знакомых, либо да, люди действительно приходят с подозрением на аутизм, но это может быть что-то другое, например, там социальная тревога просто. Но да, конечно, человек может сам у себя заподозрить симптомы и сам обратиться. А эти симптомы где-то написаны? И вот вы, допустим, говорили там о двух признаках, которые могут указывать на аутизм. Да, вот эти признаки, их нужно там знать, где-то вычитать и иногда анализировать. Да, конечно, те два признака, которые я сказала, это не единственные признаки, у нас просто тогда закончилось время. Симптомы описаны в руководствах, в диагностических руководствах. Как по мне, лучший вариант это DSM-5, если именно вот посмотреть, что за симптомы. Это справочник по диагностике и статистике Американской ассоциации психиатров. Ну и есть еще справочник Всемирной организации здоровья, который называется МКБ-11 уже. Там тоже вот, описаны просто симптомы. Но понятное дело, что это сухие симптомы, и человеку просто так прикинуть, есть они у него именно или нет, крайне сложно без какой-то специальной подготовки. Также у нас есть большая тема, которая касается реабілітації мозга после поражения. Ну Ось, і я. тобто, ну так, тому що це досить така неприємна штука, коли дорослі люди опиняються замкненими фактично після або там або травми якоїсь, або хвороби, або токсичного ураження, або ще чогось, і вони там втрачають якісь свої функції, або, наприклад, там пам'ять, увагу, мисленнєві якісь когнітивні функції. Ось, то чи можна з цим розібратися, або то хай вже валяється якось там, лежить собі тихенько, та і все. І про мозк. Що вже можна зробити так, коли мозок вражений? Так, ну зрозуміло, що якщо там, скажімо, ми говорили, коли там вражена там рука, нога або ще щось, навіть коли у вас навіть якийсь там бас, як, наприклад, у відомого фізика, так, який не міг ні ходити, нічого, але тим не менше. Тобто Хокінг, якимось чином він спілкувався і книги писав, і таке інше. Але в нього не було враження мозку. А тут у нас така проблема, що коли, власне, центральний процесор у нас пошкоджений, то що тоді робити? Ось, тому що для багатьох це, ну, дуже страшна тема, знаєте, і у деяких є навіть страхи. Я просто скажу, є така розповсюджена іпохондрична тема, такий сюжет. Там люди, деякі бояться раку, деякі бояться ще чогось там сніду, а деякі бояться стати овочем, власне. Ось, і що тоді робити? Невже це вирок, невже нічого не можна зробити? Після інсульту там ця реабілітація, коли людина ледь-ледь щось там очима водить, щось там шамкає і таке інше. Це вирок, чи це все-таки можна з цим щось робити? Это тема, о которой я могу говорить очень много, что даже моя диссертация была этому посвящена. Конечно, можно что-то делать. Мозг восстанавливается. Во-первых, есть естественное восстановление, но на него я бы полностью не полагалась бы только на него. Мозг пластичен. Он пластичен всегда. Это значит, что он может изменяться под воздействием опыта. Соответственно, когда у человека есть поражение мозга, то, ну, первая задача мозга — это выжить, да, чтобы организм выжил. У мозга после поражения основная функция — это сохранить организм. Соответственно, если человек не получает никакой стимуляции, да, он лежит в палате, к нему там иногда заходит врач или медсестра, и ничего не происходит. То есть у мозга нет никакой внешней стимуляции, он ничем не занимается. Соответственно, все схлопывается только до поддержания гомеостаза, да, поддержания жизни. Соответственно, дальше нам нужно сделать так, чтобы мозг начал заниматься своими прежними делами и восстановил свои
прежние функции. Во-первых, даже в больницах, даже в реанимациях уже сейчас начинают это делать, то есть пациента поднимают в вертикальное положение, его заставляют там, двигать ногами на аппарате и так далее. И исследования показывают, что пациент, который вертикализирует, уже на выходе имеет гораздо лучшие когнитивные показатели, то есть интеллектуальные показатели и так далее, чем те, кто просто лежал. Дальше, конечно же, все равно любого пациента ждет длительный период реабилитации. И если мы говорим о психических функциях, то человеку нужна когнитивная реабилитация. Что это такое? Как я уже говорила, мозг может изменяться, и вот когда вы слушаете сейчас эту передачу, то у вас в мозге тоже хотя бы кратковременно образовываются новые связи. Mm-hmm. То есть любая новая информация влияет на переструктурирование, изменение связей. Но просто если эта информация поступает там одноразово, и она как-то не относится там, к вашему опыту, эмоционально никак не задевает, то ну, они образовываются и сразу распадаются. В реабилитации нам нужно сначала, опять же, провести диагностику, то есть определить, какие есть нарушения и как они проявляются в ежедневной жизни пациента, то есть какие есть сложности. Например, он не может больше выполнять свою работу, там конкретно что он не может. Он не может больше водить машину, потому что там, он не может приготовить, например, себе кофе, потому что он не помнит последовательность действий. Или он не может совершать какие-то движения, потому что, опять же, у него нет больше там, представления о том, как это движение должно совершаться. Вот. И после этого строится детальный план реабилитации, какие у нас цели реабилитации и как конкретно мы это будем делать. Когнитивной реабилитации, как же и физиореабилитации, с пациентом проводятся упражнения. Да, то есть это такая активность, частая, регулярная, достаточно сложная, направленная на конкретные функции, например, на внимание. Соответственно, мы строим детально план, что мы будем делать с пациентом, на каждом из занятий, на каком уровне сложности и над чем конкретно мы будем работать. Там, над скоростью реакции, над количеством объектов, которые он может удерживать в оперативной памяти, над тем, чтобы он реагировал на одно и тормозил реакции на другое и так далее. Опять же, кто-то думает, что там можно просто давать своему там, родственнику кроссворды, и от этого ему станет лучше. Но, к сожалению, реабилитация — это кое-что гораздо более сложное. Упражнения должны быть подобраны под конкретные цели, они должны быть разнообразными, они должны быть с определенным уровнем сложности, сложность нужно увеличивать. То есть это такие очень, очень тонкая работа. Так, зрозуміло. Помимо этого мы или эрготерапевты, как это должно быть в норме, работаем над тем, чтобы научить человека заново выполнять все свои будничные дела. То есть как одеваться, как готовить еду, как там, як спілкуватися, водить машину и так далее. Як спілкуватися? Опять же, тут і функція речі, і какая-то розторможеність, которая може бути, или наоборот, там заторможеність, коли чоловік не починає говорити. Угу. А які є, ось, власне, знову ж таки питання, оскільки ми потрохи підходимо до кінця, які є перспективні на сьогоднішній день дослідження, якісь перспективні плани, протоколи щодо лікування таких розладів? Ну, во-первых, есть
если мы говорим о таких экспериментальных методах для повышения нейропластичности, сейчас исследуют транскраниальную магнитную стимуляцию. Это аппарат, который помогает, ну, в общем-то, чтобы сказать человеческим языком, помогает как раз большей пластичности мозга. То есть потенциально мозг становится более обучаемым. А що для цього треба зробити? Щось надіти на голову чи що? Да, это аппарат, но я сразу хочу разделить. Это аппарат, который еще экспериментальный, который там в лучших клиниках Америки и Европы используют для того, чтобы проводить исследования. Угу. Этого еще не делают у нас. Вот, то есть у нас есть тоже какие-то там исследования локальные, но это не то, о чем я говорю. Очевидно, уже поздно задавать такой вопрос, как есть ли и понятны ли границы, с которых возможно восстановление и полноценное в том числе, потому что у нас осталось 1.5 минуты, но если есть возможность хотя бы примерно ответить на него, было бы, наверное, хорошо. То есть у человека есть какое-то повреждение, да, перед ним, ну или перед его родственниками, зависит от того, насколько оно велико. Ставят выбор там, вот мы можем восстановить до этого состояния, когда он будет приятным собеседником, или он сможет там, по крайней мере, встать и сварить себе кофе. Какие-то такие есть границы? Да, конечно, мы, когда проводим диагностику, то сразу, скажем так, примерно понятно, какие могут быть прогнозы. Но, опять же, прогноз мы можем не дойти до него, либо можем очень хорошо перескочить через прогноз и достичь большего. Но обычно, если это легкие нарушения, то человек, конечно, восстанавливается полностью. В случае тяжелых, очень тяжелых, но, к сожалению, до нормы восстановить крайне сложно. Но здесь еще все зависит от возраста, от уровня образования, от того, какая была там травма или повреждение, от очень многих факторов, ну и от того, что дальше с этим делать и когда начать. Здесь, опять же, чем раньше, тем лучше. Добре, дуже, дуже така хороша тема, насправді. Я нагадаю, що у нас сьогодні в гостях віртуально була Ольга Орел, кандидат психологічних наук, нейропсихолог, керівниця центру Нейрофлекс. Нагадаю, що з вами в студії працювали, як завжди, Євген Олефіренко і я, Євген Білецький. Оля, дуже дякую. Ось, ну і, власне, це програма «Щоденне завтра». Говоримо про актуальні наукові виклики, про їхнє майбутнє, і зустрінемось. Почуємось.